это именно новая модель. Велосипеды теперь называются по-другому. Вот этот конкретный велосипед, это был когда-то Pride XC 2.0, теперь он называется Marvel 1.0 в 2017 году. Он теперь вот обладает такой очень интересной расцветкой, глянцевой, яркой, вот такой вот ядовито-зеленого цвета. Это новое решение, потому что раньше они были все матовые. И также велосипед получил новую вилку от Suntour. То есть это теперь хорошая, надежная вилка от именитого бренда SR Suntour. По-прежнему здесь установлены вибрейковые тормоза, то есть ободные. Велосипед сделан максимально упрощенным, максимально облегченным и очень доступным по цене. Также обращу внимание, что теперь велосипеды делаются по росту, то есть в зависимости от того, какая ростовка велосипеда, такого размера будет вынос и такого размера будет подседельный штырь. То есть они позволяют теперь очень хорошо подстроиться под конкретного человека, под именно ваш рост. Вот такой вот длинный вынос говорит о том, что этот велосипед в большой раме, то есть L, и для большого человека. В принципе, все остальное осталось таким же, как и было раньше. Это мягкое, удобное седло, комфортное. Задний переключатель на 7 передач, это Shimano Tourney. Впереди здесь идет также Shimano Tourney переключатель на 3 звезды. То есть 20 на скорость. Велосипед очень удобный, подойдет для начинающих велосипедистов, для тех, кто только, скажем так, осваивает велосипед. Просто для тех, кто любит ярко-зеленый велосипед. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх и пишите комментарии.